Сегодня мы на метро ЦСКА. Еду сейчас в магазин Hellride, чтобы снять новый кастом. Помимо этого, сейчас будем снимать что-нибудь интересное именно для моего канала, для вас. Пару интересных приколов. Давайте даже залетим на склад сейчас к Hellride, посмотрим. Какие-нибудь секретные вопросы, может, позадаем. Сейчас все решим, короче. Узнаем, что да как. А я уже этим временем почти подъехал. Я ехал сюда ради монстра, потому что я адски хотел пить. И я приехал в Hellride, пью монстр, взял из холодильничка. Вот такие дела. Отличный просто магазин. Я просто шарахаюсь с того, как он выглядит внутри. Он очень красивый. Сейчас залетим на склад. Посмотрим, что там внутри вообще. Потому что многие не смотрели видео обзора магазина самого на канале Hellride. Поэтому это сделаю именно я. Так что надеюсь, вам это понравится. К слову, сейчас просто там внутри магазина клиенты находятся, и как бы нежелательно мне сейчас там гулять. В магазине всегда есть клиенты на самом деле, поэтому приходится снимать новое видео аж после закрытия. Это после 8 часов. Это значит, что я домой вернусь около часа ночи, блядь. Кстати, ребят, помните, я обещал, что я возьму 12 iPhone, чтобы можно было на ширик офигенно красиво снимать. Как видите, я его взял. Конечно, вот так вот выглядит намного лучше, но на ширике все равно качественнее изображение, чем было на 11-м. Все для вас, ребят. Смотрите, парень выбирает себе новый самокат. И консультанты вполне хорошо с ним справляются. Ребята, кстати, реально шарящие. Уже не один год катаются на самокате. Вот тот, который сейчас зашел, около 10 лет катается. Второй тоже около того. Мы в Hellride, ура. Короче, узнал еще такую вещь. Оказывается, мой промокод можно прямо на кассе в физическом магазине применять. Вот, кстати, виновник торжества, наверное, все же. Это СКС Комета. Я просто хотел брать вот этот голубой тилт, но потом понял, что вот этот СКС Комета, он типа вообще крутой. Я надеюсь, что он пишется под цвет вот этих колес, потому что самокат будет основан на вот этой связочке. Блин, просто приезжая в магазин, я думал, буду брать вот именно этот голубой СКС тилт, но потом увидел Комету, и он мне нравится, он очень крутой. Очень крутой просто СКС с дырками крутыми. Короче, мне нельзя ничего показывать, что тут находится, но тут офигеть, как много сломанных деталей. Тут валяются различные штуки, коробки. Тут очень красивый склад. И мне, кстати, подарили круассан. Смотрите, круассан. Еще, кстати, приехали новые детали. Вау, просто... Это очень классный магазин. Типа, он очень красивый. Кстати говоря, тут настолько круто, что тут есть даже датчики, которые ловят влажность растений и следят, короче, за ними. Вот так вот. Такая штука. Это просто жесть. Бочка крутая. Все крутое, мне очень нравится. Мы, короче, решили в скут поиграть. Я тобоган закатал. И у меня теперь вот такая штука тут. О боже. Вот эта вот, короче, штука, она опухла. И она болит. Вон она. Она даже торчит вот отсюда, видно. Я подумал, что я сломал, но вообще как бы это ушиб. Просто сильно, очень больно. Пока, короче, все расставляется. Я сейчас пройду на склад, покажу, что там, как. Куча всяких деталей. Прям вилки в коробках. Все дела, доски, просто куча куалов. Куча комет. Куча других досок. Но это еще не весь склад, но уже другой. И, кстати говоря, на следующий день после моего приезда сюда привезли новую поставку тилт. Куча крутых досок новых, ну, вернее, даже старых, скорее всего. Куча крутых деталей, куча всего именно от тилта. Так что залетайте, покупайте все детали, ну, с моим промокодом. Вы его знаете. Давайте, ребят, люблю, целую. В общем, собственно, что я именно больше всего хотел показать, это туалет Hellride. Он даже есть. Я в шоке. И он даже какой красивый. Само собой, та самая попа, в которой куча денег. Всякие ролевые. Скорее, кстати, не особо сильно они убавляются. Вот. Знаю, что один из них купили с моим промокодом. Футболки всякие, колеса. 5 футболки, целая куча стикеров. У меня примерно такая же дома. Я себе еще грипсы выбираю, я еще не знаю, какие взять. Лично для меня больше всего интересно эти Urban Art. Ай, понял, кажется. Но они не особо сильно вписываются в цвет, но, по крайней мере, лучше, чем, кроме вот эти фьюжены. Еще были эти вот дроны, есть там синенькие,
и этики. Блин, ну, короче, я взял вот эти Urban Art. Они крутые, у них есть две пары барьеров. Если хотите, я могу снять целый рофл видео обзор на грипсы. На грипсы, Карл, блять. Серьезно. Так что, я думаю, они стоят обзор, потому что они очень крутые. Реально. Пришла партия комет само собой. Шапки, энергетики и самокаты. Мне кажется, что просто иногда приходит просто самокат какой-нибудь обычный, треховой. Ну и ребенок мелкий, который с братом пришел, выпрашивает. Вот такой. Вырубили свет. Опа-на, это что? Брайан-нойз. Блин, мы уже около часа снимаем. Вот что у нас выходит по итогу. Видео полный будет на канале Хеллрайда. Очень много всякого мусора. Блин, вид имеет, честно. Мне очень нравится. Что думаешь-то? Смотрите на канале. Да, а ты... Блин, честно, класс. Ребят, блин, какой лохмотый, извините. Напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, что вы вообще думаете про этот самокат. Что это такое, как, куда. И да, я помню, что я говорил, что Native, Adventure Find, это плохая декана. Хрупкая, она хлипкая, но я все же взял. Блин, оговорился все же. Она классная, она не такая уж и пластилиновая, как кажется. Собственно, я даже не знаю. Хочу вас попросить такую вещь, чтобы вы прямо сейчас в комментариях написали, что вы хотите, чтобы я снял для вас в Хеллрайде или еще где-то. Или, может, вообще на целый канал Хеллрайда какой-нибудь видос запилить. Может, полностью русский кастом снимем. Я даже не знаю, честно. Я так устал, вы бы знали. Это ужас полный. Само собой, не забывайте про мой промокод Кикли на сайте Траст, в магазине Траст, в Хеллрайде. Да, я уже начинаю путаться в буквах, словах. Но, блин, надеюсь, вы меня поймете и простите. А еще я записываю это видео, чтобы растянуть видео до 8 минут и воткнуть туда дополнительную рекламу, чтобы заработать больше денег, потому что я забыл снимать видосы в Хеллрайде. В смысле, я вообще ничего не снял там. Прикиньте, мы, короче, потеряли проставки для доски. То есть их нету. Типа, как так? Кстати, тот самокат мой стоит, это я собирался, что видео уже на канале Хеллрайда, и стоит он всего лишь 33 тысячи рублей по сравнению с другими самокатами, это очень дешево. Кастом будет доступен к просмотру уже в эту пятницу, на этой неделе. Это видео, по идее, выходит в понедельник или вторник, но, блин, у меня уже башка не варит. Честно, время 1 часов уже, пиздец.